Роман. Все, да. Каша. Ну, откуда начнем? Всем привет. Сегодня 13 февраля. Арабские Эмираты, Шарджа. Пришли завтракать к себе в отель. Грибочки, сосисечки. Сосисок надо побольше. Кошки. Нас ждут коты. Сосиски тоже возьмешь себе побольше. Ага. Котов кормить. Святое дело. Там бегут, нас встречают. Ага. Картошка запеченная. Так, дальше что у нас тут? О, какие-то булочки и тушеные овощи. Блинчики, фасоль, яйца, омлет. Здесь еще лучок, потом какие-то специи, приправки. А тут тостеры делать. Конечно, сейчас скажут, что руками хлеб взяла. Джемы стоят разные, кексики. Каждый день я беру такой джемчик, кексик, довольно-таки вкусный. Блинчики какие-то, сухие завтраки, молоко. Помидоры будешь брать? Кашка молочная здесь. Уже там набрал себе покушать. Арбуз прорезанный. Сырок. Арбуз, апельсины. Кофе, чай. Чай. Сок апельсиновый, ананасовый. В общем, такие тут завтраки. Голодный не будешь. Так, ладно. Пойду сейчас я себе набирать. Садимся все время вот за этот столик. Все, да. Соль, сахар. Кому? Тут даже какой-то коричневый сахар есть. Все, приятного аппетита. Пока. Пока.